Ну что, всем привет и приятного просмотра. Продолжаем проходить королей, можно сказать, тебе царство и все остальное. Ну что, у нас король умер. Продолжаем. А что такое у нас странно, как-то он подвинул здесь. 23 у власти, а почему здесь такая фигня, а там такая фигня. Ну, короче, жениться на принцессе, да, я согласен с этим. Скройте ее. Вас уже баронцы напали. Мы можем одержать верх, только объявите им. Общий призыв, да. Пьяная компания наших солдат. Это уже было. Да. Посмотри, как, какую странную штуку я создал, да, на прошлой неделе. Пока разбирался алхимии и темные искусства. Превосходно. Поговори с... С вазой? Что это такое? Это ваза. Что это такое еще? Превосходно. Это ничего не очаровает. Это ваза. Стукнуть. Лжец. Как будто внутри этот. Как ты смеешь? Не ты, а доктор. Он лжет. Он нашел меня в Ламиске. Он не создатель меня. Что ты такое? Вопрос настоящий, философический, что почти бессмысленный. Возвращайся с морозной крови. И, быть может, я отвечу. Превосходно. Ваша жена втайне влюблена в другого. В кого? И все. А смысл вот этой фигни я не понимаю. Ну ладно. Так, народ из Дайну древний учит своих детей плевать на королей, да? Милорд, не хотите ли вы немного пофехтовать? Защищайте, давайте посражаемся. Да, только не моя. Так, 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 вот так сделаем. А он тоже, значит, щит пошел, так. Да, вот так сделаем. А смысл? Он одинаково делает. Это как так получилось-то? Вы победили, Мёр, там новичкам везет. Так, любовь моя, я хочу организовать турнир. Да, сделаем. Людей хоть поднимешь. В нашей церкви кризис, религии требуют реформы. Конечно, давай. Нет, не стоит. Можно мы четвертуем шута? Давай. Я играл в теннис с великаном, он победил. Это самая лютая зима за последние 30 лет. После скудного урожая люди голодают. Мои исследования не продвигаются. Стоит ли... Нет. Блин, ну это религия. Почему тут религия поднимается? Вот, смысл не понимаю. Ну ладно. Неслышанно, генерал Ковентон замечен по серии с королев. Кто прилежит казнить? Его. Может, королев казни, может, людей пропало. Фиг его знает. Взрыв в шахте убил не менее сотни людей. Продолжать? Нет. Мы хотим построить школу в столице для просвещения народа. Так, посвящение народа. Все-таки. Мой король, я беременная, я рожу тебе сына, это мой долг. Наследник, наконец-то, да мне все равно. Царя Иона родила прекрасный, здоровый сына, милорд. Кто будет его крестным? Генерал. Мне нравится мне мат. Он нытик и лжец. Он полезен. Твоя правда. О, Пипин. Здорово, Пипин. Чья это птица? Ваш ноша баронство собирается под знаменем ужасного полководца. Пошлите армию. Да, о, Рекс. Хорошо, хорошо. Вот лови. Опять. Хватит. Видео заброшу сейчас земли под
Подвиваться дальше. Нет, не сюда. Нет, не сюда. Нет, не сюда. Ага, вот так. Да ладно. Покатались просто тупо везде. Ну ладно, наш король дают кровь вместе с молоком. А, наш коров дают кровь вместо молока. Доктор. Как странно, кажется, это вообще не кровь. Пожалуйста, разберитесь. Ух, ё-моё, деньги-то я за деньгами не посмотрел. Вот это вообще плохо. Сообщение говорит, нам докладывают о драконе. Все больше и больше скота, кажется, день гибнет от эпидемии. Помогите нашу фирму, это понятно. Ну вот, это была ложь. И вы с радостью купились так держать. Похоже, кровавое коровье молоко было тщательно продуманным розыгрыш принцев вашего сына. Чё, принц вашего сына? О, стражи, король приспешник сатаны. Защищать изменника. Что? О, как сразу победил, а? Я ты, отец. Пощадить, забудь. Да, вот, вам надо появиться перед окном. Люди ждут и видят вас вместе. Да, да, посмотрим. Опа! А ты-то такой? Если бы ты мог изменить принятое в прошлое решение, то сто... Не, не надо мне это. Вам нужен новый генерал, иначе нам грозит поражение. Да. Возможно, мы можем остановить войну усилий дипломатии наших посольств. Да блин, ё-моё, ну... А, на. 30 лет почти прослужили. Адмир Мак? Нифига себе. А чё, мы 904 год уже пошёл? Вот это нифига себе поворот. А че красивый поход еще впереди, очуметь просто. Ну это, по идее, скоро должно быть уже. Так, некий герцог решил восстановить феодальное право, признавающее ему возречение любой женщины его праве брачности. Так, так не пойдет. Наш генеральный юный художник воистину бог вел его кисть по полотнам. Привести его. Меня зовут Протеос. Я изменил мир при помощи искусства и ваших денег. Так, это самая лютая зима за последние 30 лет. После скудного урожая люди голодают. Я не могу ничего помочь. Поможем. Все, короче, понятно. За 3 года правления я деньги убавил. А чё они пишут, какой... Вот, 20-й уже король у меня идет, офигеть просто. У меня есть подарок для вас, но у него есть цена. Вам нужно будет доказать мне, что вы достойный король. Да. Пройдите 15 лет, страдая от стратегической болезни, а потом мы снова поговорим. Давай. Старик. Ну, потому что я не получал старик теперь. Я вот жалко, что тут не написано. Мы можем чего ржано зовить вашу свадьбу с принцессой Севера. А, ну понятно, окей. Усть реки Капия опасны. Нам нужно хорошо почистить ее. Ну ладно, люди, я бы хотел привести новое исследование. Нет, не надо мне. Должен лжец, я буду молиться о вашем процветании. Не-не-не, мне церковь не нужна. Муркуру, я беременная. Я ружу цена сына и цуму. Это вообще наследник наконец-то. Ваша корова родила слишком тяжелые. Роды тяжелые, и мы не смогли спасти обоих.
спаси королеву, спаси ребенка. Ваша прекрасная цурица вуняец. Нечисцупами. Половина гуда. Давайте вскроем канализацию. Окей. Сэр, я хочу сие лай ан сам жаву сарцану. Чё? Живая картина? Да, живая картина. Я хочу напиться ваш портрет на ваше тияе. Это современное искусство. Сообщение говорит, великан, сотворяющий землю вблизи, повали, пришли священники на помощь. Восточный барон Цва снова объявил войну. Ах, люди бегут через границу. Как мы с ними закрыть границу и приютить их? Иностранный мупец продал новые немедленные инструменты. Вам нужно скопировать их. Да, пускай скопит. Ваш народ жалудает. Голодает, короче. Милорд и сын на хлеб. А, зато денег мало. На вашей стране царят мары. Нужно процветать новую церковь. Так, одну минуточку. Не кричи, да. Леди Каркови делает взмах руки, ваш немощный исчезает. Немощный исчезает. Окей. Вы сделали это, вы вынесли мое проклятие. Выберите подарок. Красный холодный рубик. Святая корона. И что это такое? И все? Это и есть подарок? Да ну, что-то не теряй. Сеньоры, на нас напали бродяги. Наводнение улиц. Не трогайте их, вышивайте их. Нам нужно торговать с восточными. Мы можем предложить короле 10% от дохода. Окей. Шелковый путь. Торговый специалист помогает вашей казне России из года в год. Правда, ваши соседи это может не понравиться. Крузовод предлагает купить у нас небольшую часть страны. Нет. Ваша церковь слаба, а народ... Так, да. Дай нам власть восстановить божественное правосудие в стране. Папа готов заплатить цену. Нет. Вождь Востока хотел бы встретиться с вами. Если вы хотите, он без труда сможет разгромить нашу армию. Следуйте поприветствует его как короля. Да. Так, так, так. Я что? Я могу перевести. Он говорит, что ваша страна прекрасна, и он хочет бы вас обнять. Конечно. Отрывает у плаща крупный кусок мяса и предлагает вам. Он ищет мусорку, чтобы избавиться. Выкинуть мясо в мусорку. Это Прага изобретает скачку на коне. Дать ему коня, посмотреть. Так. Его езда болю после долгих. Так, сказать ему, что ему жаль. Не отвечать. Сказать ему жаль. Выгнать печально. Так, так, мне нужен перевод. Он выразил свое соболезнование по случаю смерти вашего морали. Или он сказал лошади. Может быть. Зло стукнул кулаком по столу. Если вы мне не верите, я могу представить вам разбираться самому. Да. У вас состоялся долгий... Ну, это я понял. Так, мой король, кажется, ваша армия не следует гигиены. Так, милорд, в ваши замки бушует пожар. Спасите гарнизон, спасите... Гарнизон, конечно. У вас тоже баронство напали. Мы можем одержать верх, только объявить общий призыв. Я бы хотел провести новое исследование оружия, военные дела. Скалюди, так. У берегов КРС в виде кракена. Это блин.
Ничего интересного. Все, наш народ голодает и распространяется недовольство. Что? Очень понятно, 26 лет ты только прожил, и этот плюс еще идет. 908 по 934, нормально так прожили ты на самом деле. А вот и это, да, было Томас, там еще какие-то сражения будут. Так, тут у нас вот это, да, смерть. Это вообще 6-6-6-6-6. А сам короткий, интерес нету, да? Ну ладно, фиг с ним. А что-то всё-то мигает какое. Ну ладно. 53 года самый большой он прожил. Второй 29 лет, 26 лет. Ну да, не слишком много. Ну ладно, продолжаем наш путь. Так, молодая женщина заявляет, что ее сын ваш... Бастер, нам решит эту проблему? Нет. Похоже, сын остался здесь. Хорошо. Группа людей впала в ярость и охотится на ведьмы. Мы можем убивать при необходимости? Нет. Очевидно, это помешательство вызвано заряженной ржи. Сжечь запасы? Да. Запас вырос у угрозы голода, начиная с грядущего. Ну, понятно. Врачи рвательно приводят безбожные опыты в тайной комнате. Его нужно остановить. Я в курсе, да. С этой комнаты все в порядке. Мне нужно место для проведения моих экспериментов. Уже нет, только осторожно. Благодаря вашим усилиям по регулярной торговле экономика процветает. Нужно создать центральный банк. Да. Центральный банк защищает от вас банкротство, когда вам понадобятся деньги, просто сделайте няню. Да мне и так нафига, отец и сын генерал не хотят, чтобы вы стали следующим королем. Сам разберусь по своим проблемам, ты будешь следующим королем. Вы можете жениться на принцессе соседнего королевства. Да. Ай, блин, слишком много денег. Ваша страна так богата, что мы устроили пир над самым дорогим яслями, что можно купить за деньги. Вы едите как много, как в конце концов, и давите все, что пьяное. Ну, понятно. Вот и прям прослужили, блин. 22-й. Все, у нас король. О, гав-гав. Короче, сидеть. Королева Юга предвинает вам 40 книг, а нам нужно послать библиотеку. Да, конечно. Во время моих странствий я встретил слона. Я тебе не верю. Покажи. Ну, это не слон. Дракон, это вообще так вполне. Ну да, это конечно. Вы сделали вид, что это фигня, конечно. Ну, понятно, это все одно и то же. И вот, не желайте поохотиться на... Да. Отличная охота, сегодня нужно закатить пир. Да. Блин, ну пир, ну зафига прибыль идет. Посол Восточного Баронства уже в пути. Заключить его под стражу. Да. Простите, я имел в виду заключить с ним сделку. Да. В этой деле нельзя перестраховаться. Нужно нанять больше солдат. Да. Поверить не могу, что вы это сделали. Прими и смирись. Это ваш 20-й день рождения, нужно отпраздновать. Да, конечно. Это поворот, отрекись от престола в мою пользу. 8 лет опять прослужили, что-то быстро, как всегда. Что-то быстро прям. Летят, блин. Так, долгий лет королю, я буду молиться ваше процветание вашей страны. Да. О, чирик-чирик. Спасибо. Я хотел бы служить Мейсу. У него вашего отца. Да. Гав-гав, Рекс зовет вас. Так, хорошо. Куда, Рекс? Вот лови. Опять. Да, давай играть с ним. Ну чё? Так, я понял, бесконечно, да?
Войди в фургон. Не говорите мне. Есть мое величие, колеса и холода крови перед вами. Женщина? Она обжена и держит, но... Нет, я не могу смотреть на это. Продолжай. С вас вот просто машина сюда, бери деньги. Я открываю мой таверну. Да-да-да, тоже мне. Дядя Купцов продает товары, которые традиционно изготовляются аббатством. Прекратить это? Да. Милорд, мы не можем препятствовать торговле. Нет. На нас напали викинги, нужно обороняться. Нападем. Ну вот, ваша страна разрушена. Страна разрушена, все принадлежит купцам. Что? Центральный банк может выделить короны в дополнение займ. Да. Все, деньги не будут прибавляться. Все, закончился у нас великий путь. Ну, увы, плохо. Все наши катапульты испорчены. Найти предателя. Устье реки Капля, опасное болото. Нет, пускай люди. Чей это был ответ, король или человека? Человека. В горном регионе у восточной границы царит беззаконие и бушует беспорядки. Какие у нас варианты? Все равно, какие у нас варианты. Сэр Томас может быть назначен правителем этого региона, а вы потребуете с него плату за это? Не, пускай не берет нифига. Ну вот, волки пожирают наших детей. Мы можем начать охоту? Так, я лично этим займусь. Во время охоты с вами произошло ужасное происшествие. Вы истекаете кровью. Найдите доктора. Дайте мне отдохнуть. Найдите доктора. Ну вот, вы умираете от гангрены. Я ничего не могу сделать. Что? Вы умерли один. Ну, понятно. Офигеть просто. Просто офигеть. Ну ладно. Пока так нормально все, произошло 53, как у нас там большое, там только и стариком был. Я думаю, на этом мы остановимся, увидимся уже в следующей серии других упражнений. Всем удачи вам и пока.